Принимается, коллеги? Принимается. Коллега Маляков Игорь Юрьевич предложил нам ряд инициатив, которые позволят нам совершенствовать работу по оповещению депутатов, когда они находятся в местах для размышлений. Значит, просьба профильный комитет по контролю регламенту, во-первых, перечень определить этих мест, где депутаты размышляют. Вы о чем подумали, Владимир Владимирович? Видите? Бортка. Ой, я не могу. Подумал не о том. Игорь Юрьевич, снимите свое предложение. Сложно будет. Что? Малякова, включите микрофон. Малякова, микрофон включите. Ну, как я могу отменить размышления? Ну, не отменишь же, ну. Коллеги, не мешайте. Это самый сложный вопрос. Поэтому давайте комитету поручим разбирать вместе с фракциями.